Eras International. Dreams Productions. Сидней. Самый крупный и людный город Австралии. Все приезжают сюда с большой мечтой. Каждый четвертый в этом городе – выходец из другой страны, приехавший за мечтой. Целых 500 тысяч индийцев называют эту страну своим домом. Среди них и семья Шамбу Такура. Беспокойная любовь. Этот особняк принадлежит человеку, который держит всех в страхе. Это Шамбу Такур. Самый опасный дон в этих местах. Он погиб в аварии несколько лет назад. Это Майя Деви, храбрая вдова Шамбу Такура. Ее слово для всех — закон. Да, пусть отдаст немедленно, не то. Убить его. Раджа — младший брат Шамбу Такура. Вспыльчивый, но очень умный и смелый. Он управляет бизнесом Шамбу Такура после его смерти. Ты знаешь, что нужно сделать? Матам, простите меня. Я верну вам все деньги. Ни ожиданию, ни милосердию нет места в нашем бизнесе. Простите меня. За тобой пришла смерть. Пусть забирает. Ты совершил ошибку и должен исчезнуть. Пощадите! Это Вир. Младший брат Шамбу Такура и Раджи. Юный и несдержанный. Наши пули такие же острые, как наши языки. Не повезло нашим врагам. Познакомьтесь, Джай. Средний брат. Младший Раджи и старший Вира. Он любит поэзию. Одного члена их семьи нигде не видно. Как за нею следишь, когда в клубе такая толпа? Это жемчужина семьи Такура. Мини. Подожди. Да, сестра? Вир, Мини пропала. Вот черт! Релиз специально подготовлен для bwtorrents.ru. В ролях. Нирадж Шах, Сакши. Панкадж Кумар, Автар Сингх Бхуллар, Кинг Би Чохан и другие. Ты кто? А ты кто? Это мой дом. Моя кровать. Откуда ты взялась? Откуда я знаю? Ночью. Что ночью? Что ты делал ночью? Что? Ты меня похитил. Похитил? И привез сюда. Что ты несешь? Ты сумасшедшая? Что ты со мной сделал? Как ты тут оказалась? Я не знаю. Черт. Ладно, перестань уже плакать. Что ты делаешь? Ты чего? Не подходи. Ты с ума сошла? Папа, прости меня. Стой! Отпусти меня!
Вот визитка. Зачем это? Возьми. Мы больше не увидимся. Это чтобы ты куртку вернула. Не нужна мне твоя дурацкая куртка. Оставь свой номер. Ручку. Ручку тоже дать? Ладно, на чем напишешь? Давай руку. Рина. Кто она? Я объясню. Ясно. Так вот, какие у тебя были важные дела? Нет. Мы можем поговорить? Ты подобрал это по дороге домой? Что ты говоришь? Автор сценария и продюсер Рэйчел Синг. Прости, это Рина, моя девушка. Она... Так напишешь номер? Проехали. Рина. Рина! Режиссер? Девеш Пратап Синг. Отличные новости, у инвесторов уже есть название приложения. Угадайте? Поисковик друзей. Здорово. Вам нравится? Хорошо. Знаете, в чем его особенность? Это приложение можно установить куда угодно. На Android, на iPhone, на часы. На любую платформу. Оно работает через GPS или через интернет? Через GPS. Его можно использовать без мобильного трафика. Приложение будет бесплатным? Да, бесплатным. Мы хотим попасть в каждый уголок мира, Кайлаш. Сами понимаете? Какова модель получения дохода? Все просто. Реклама! Насколько это безопасно? Полностью безопасно, Нила. Мы разработали приложение по особому алгоритму. Представьте, оно отвечает наивысшим мировым стандартам. Это повод для радости, правда? Приступим. Установите приложение себе, чтобы я вас отслеживал. Особенно тебя и тебя. Кстати, сегодня обедаем все вместе. Не пропустите. Нил? Да. Тебя вызывает брат. Какой брат? Поехали. Идем. Арни. Рохан! Мы можем поговорить здесь. Что вы себе позволяете? Так нельзя себя вести. Нил! Нил! Какого черта? За что? Если я в чем-то виноват, простите, мне очень жаль. Жаль. Чего тебе жаль? Я не знаю. Тупица. Ты не знаешь, что сделал? Брат, если позволишь, я тут его прикончу. Никто никогда не узнает. Тогда чего же ты ждешь? Убей этого мерзавца прямо сейчас. Что я сделал? Это какое-то недоразумение. Недоразумение прояснится, когда я пущу 6 пуль тебе в голову. Ты не понимаешь? Слушай. Она наша жизнь. Мини наша племянница. Наша маленькая принцесса, с которой ты этой ночью развлекался. Ладно? Я не знаю эту девушку. Мы проснулись в одной кровати. Но я ничего не делал. Это наша племянница Мини, а не мини-маркет, в который можно являться, когда вздумается. Парень, ты связался не с той девушкой. Ты принес несчастье в нашу счастливую семью. Ты должен за это заплатить. И ты заплатишь нам сполна. Тебе повезло, что я приехал сам, а не отправил одних братьев. Каждое действие имеет равное и противоположное противодействие.
Ты должен нести ответственность за свои действия, так? Что? О какой ответственности вы говорите? Говорю же, я ничего не сделал. Поверьте мне, я ничего. Заткнись! Ты воспользовался девушкой? Не беси меня! Успокойся. 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 Проклятье. Что думаешь по поводу Мини? Где вы будете жить после свадьбы? Как ты будешь заботиться о нашей принцессе? Мы пытались объясниться с тобой вежливо. Мы знаем, как вести себя с такими, как ты. Вперед! Давай, пора выйти на свежий воздух. Раджа, давай сыграем в одну игру. Отличная мысль. Давай, ты начинаешь. Может, мы убьем тебя? А может быть, отпустим? Отпустите. Скажи, что нам с тобой делать? Умоляю, отпустите. Отпустите, пожалуйста. Заводи мотор. Прошу, давай. Расписка. Нил сообщит решение после мирного обсуждения. Семья Шамбутакура не будет применять силу. Ты использовал весь свой словарь в одной расписке. Проще не мог написать? Попросил бы меня. Чёртовы британцы. Дай мне. Хорошо. Что вам двоим не нравится? Нормально написано. Надо было учиться лучше. Не было бы трудностей. Чем вы в школе занимались? Это беда всех образованных людей. Они пишут заумно, специально, чтобы нас запутать. Слышь, британец, я тебе не нейрохирург, чтобы понимать такое. Пиши нормальным языком. Пиши, что соглашаешься жениться на Мине в течение месяца. Будешь задавать слишком много вопросов, застрелим на месте. Понял? Или объяснить? Школа глобального менеджмента SPJ. Что если я забеременею? Нет. 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 Я не беременна. Успокойся. Слушайте, замолчите. Что ты несешь? Сдурела? Что с тобой случилось? Я попала в беду. Что произошло? Успокойся, Мини. Выше нос. Не понимаю, как так вышло. Вдруг я и вправду беременна. Что мне потом делать? Не сходи с ума. Лучше сделать тест. Подруга, ты не кролик? Еще рано для теста. Нужно время? Да и вряд ли ты забеременеешь. Я не помню, что было той ночью. Как ты можешь не помнить?
Ты обещала в подробностях рассказать о своем первом разе, а сама ничего не помнишь. Он хотя бы симпатичный. Замолчи, Рия. Я места себе не нахожу, а тебе интересно, симпатичный ли он? Это имеет значение. Ребенок может быть похож на отца. Прекрати. Ты же знаешь моих дядей. Если они узнают... И потом в семье гангстеров у любви нет шансов. Сама знаешь. Ты не гангстер, ты можешь влюбиться. Если бы. Скажи честно, он тебе понравился? Я не знаю. Надеюсь, мы больше не увидимся. Твои дяди бандиты? Прости? Прости? Спасибо и на том. Что эти трое себе возомнили? Они сыновья Джеймса Бонда? Они головорезы? Нил, остынь. Остыть? Говори тише. Ты такая же, как они. Видела, как меня разукрасили? Странно. Наверное, дяди были уставшие. Вот как? Невероятно. Если я разозлюсь, я раздавлю этих трех комаров. Вот увидишь. Что ты сделаешь? Уничтожу их. Ясно. Вот скажи им сам. Что, кому? Говори. Ты серьезно меня? Да. По-твоему, это смешно? Хотите сказать, что какой-то парень спал с Мини в одной постели целую ночь? А вы где были? Сестра, прости нас. Они провели вдвоем всю ночь. Сестра, спокойно. На нас люди смотрят. Кто этот парень? Образованный парень. Лучший студент в университете. Он умен. Инженер IT. Инженер IT? Разбирается в компьютерах. Нил переведет весь наш бизнес в интернет. В нашей семье будет кто-то с образованием? Его ум и наша сноровка. Мы будем вести незаконные дела законно, правильно? Однако, лишь после того, как Нил женится на Мине. Он очень умен. Его не так просто убедить. На кону репутация и честь нашей семьи. Хочу с ним встретиться. Сестра, мы устроим встречу. У него нет выбора. Он обязан жениться на Мине. Он умен, но труслив. Мы заставим его жениться на Мине, даже если придется переломать ему все кости. Поверь, я не понимаю, как это случилось. Не знаю, как она оказалась в моей постели. Ты мне веришь? Ты же понимаешь, что я не виноват. Это только слова. Ты мне доверяешь? Я не знаю. Мне нужно твое понимание. Ты знаешь, насколько важна для меня. Я тебя люблю. Правда. Я хочу на тебе жениться. Нил. Мы никому не рассказывали о наших отношениях.
Вначале я хочу кем-то стать, построить карьеру, чего-то добиться. Я понимаю, но... Как же мы, Рина? Я спрашиваю тебя? Что, Нил? Что будет с нами? Скажи, что нас ждет? Вначале реши проблему с теми бандитами. Привет, зятёк. Что такое? Ты забыл мой голос? Это Раджа. Ты не узнал дядю своей жены. Я поговорил со своей сестрой. Она очень обрадовалась и хочет с тобой познакомиться. Если не придешь... Это твоя моральная ответственность. Прийти к нам, познакомиться с матерью Мини и обсудить с ней вашу свадьбу. Зятёк, ты слышишь? Связь обрывается. Это так здорово! Ты станешь членом нашей семьи. Что ты на это скажешь? Ладно, до скорой встречи. Люблю тебя. Мы можем поговорить наедине? У меня нет времени. Говори здесь. Ладно. Поговорим здесь. Я много думал. И решил, что нам нужно поговорить с твоей мамой. Нужно сказать ей, что мы... Что мы что? Ты хоть понимаешь, в какое положение меня поставил? Нет. Не понимаю, почему вообще с тобой разговариваю. Я тебя не знаю. Ты действительно думаешь, что я отведу тебя к матери, к моей Деви, и скажу, что провела с тобой ночь? Ты с ума сошел? Я понимаю, в какой-то ситуации, но... Ответь мне. Ты думала о том, как выбраться из этого всего? Нет? Скажи. Нил, будет лучше, если ты уйдешь. Я не хочу с тобой говорить. Ты не поймешь. Я пришел сюда не спорить с тобой. Я хочу, чтобы все это закончилось. Еще. Я не хочу, чтобы ты сделала глупость. Дело не во мне, Нил. Как ты не понимаешь? Это вопрос репутации моей семьи. Мне стыдно из-за того, что мы сделали. Что мы сделали? Что? Скажи. Между нами ничего не было. Абсолютно ничего. Несмотря на это, твои дяди говорят, что ты моя ответственность. Что я должен... Кошмар. Кошмар? Это кошмар? Тебе не понять, Нил, потому что ты ничего не потерял. Уходи отсюда, прошу. Хорошо, я уйду. Подумай, что будешь делать.
Нил, успокойся. Пока я рядом, тебе никто не навредит. Расскажи мне, что это за девушка? Из какой семьи? Зачем? Нил! Ты пропал. Что случилось? Шамбу Такур. Он был королем преступного мира. Бандитом? Самым страшным. Продолжай. Майя Деви и ее три деверя тебя в покое не оставят. О чем ты? Мама была права. Дружба с тобой губительна. Нил, у тебя есть два варианта. Жениться на девушке или покончить с собой. Жениться на ней? С ума сошел? У тебя нет выбора. Жениться не так, Кайлаш. Придумай что-то. Привет. Привет. Зачем пришла? Просто хотела вернуть куртку. Она из химчистки. Спасибо. Подожди. Мы можем поговорить? Конечно. Кофе? Просто воды. В бутылке из-под крана? Можно из-под крана. Спасибо. Красивый дом. Спасибо. Рина выбирала. Моя девушка. 40 правил любви. Твоя? Это книга Рины. Интересная. Не сомневаюсь. Слушай, после того разговора я много думала. Я думаю, ты прав. Нам следует поговорить с моей мамой. Не представляешь, как я рад это слышать. Все эти дни я ходил словно в воду опущенной. Я тебе благодарен. Хорошо, Нил. Мне пора идти. Когда мы с ней встретимся? Когда захочешь. Сообщи мне. Я позвоню. Хорошо. Спасибо. Я провожу. Что тебе сказать, Мина? Я ужасно волнуюсь из-за свадьбы. Майя, волноваться бесполезно. Каждой девочке жених дается еще при рождении. Надеюсь, ты права. Скажи, что тебя сюда привело? Я купила своей дочери квартиру. Хочу убедиться, что все хорошо. Ты заполучил участок Финита? Не волнуйся, брат. Все под контролем. Хорошие новости. Торговый центр готов. Кто будет жить в квартире? Моя дочь. С мужем и детьми. Вир, ну-ка скажи, что там с квартирой Мины? Все почти готово. Через месяц получите ключи. Спасибо. Все хорошо. Только зря переживала. Через 20 дней эти два этажа будут достроены. После этого можно будет все перевозить. Есть какие-нибудь новости о том парне? Да, сестра, мы узнали о нем все. Вот. Интересно, что личная жизнь Нила — чистый лист. Это хорошо, что у него нет никаких романов. Он серьезный мужчина. Сестра, он одинокий. Значит, может жениться. Мине нужен такой муж, как Нил. Я буду рада этому союзу. Да, сестра. Ни о чем не волнуйся. Все будет, как ты желаешь. Даю тебе слово.
Здравствуйте. Как поживаете? Мэм? Выберите дату свадьбы. Свадьбы? Какой свадьбы? Твоей? С Нилом. Мэм, вы прочли? Мы написали, что ничего между нами не было. Вы не можете заставить нас жениться? Целую ночь в одной постели ты провел с моей дочерью и утверждаешь, что ничего не было? Я женюсь на той, которую люблю, и которая любит меня. Да, мама, мы не влюблены. Мы даже не знаем друг друга. Какая тут любовь? Мы не можем. Мы не можем пожениться. Значит так. Что это значит? Будешь нам перечить, сильно пожалеешь. Союзы заключаются на небесах. Брак с тобой уготован для Мини. Как ты смеешь? Все уже решено. Я хочу... Чего ты хочешь? Говори четко. За день я встречаю много девушек. То в клубе, то на рынке. Мне жениться на каждой? Моя дочь не какая-то девка. Я такого не говорил. Ты слепой? Неужели не видишь, какая она умная и красивая? Как ты сможешь спокойно жить, испортив девушке жизнь? Я не дам тебе жить спокойно. Мам! Сестра, сестра, сядь. Сядь. Нил. Сестра, успокойся. Нил! Мама, прошу тебя. Мамочка, успокойся. Нил, поешь немного. Это невероятно. Вы все больные на голову. Послушай, если хочешь отсюда выбраться, ешь молча и натяни улыбку на лицо. Расслабься. Как я могу расслабиться? Как мило. Они отлично смотрятся. Созданы друг для друга. Слышал, ты разбираешься в компьютерах? На работе тебя ценят. Да. Нил. Это моя жена Сима. Сима тоже из твоих краев. Рад познакомиться, тетя. Дорогой, не зови меня тетей. Зови меня Симой. Я не знала, что Мини такая умница. Урвать такого красавца. Ты нарочно прятала его от нас. Я не могу поверить, что Мини провела ночь с незнакомцем. Как романтично. Невероятно. Понравилось? Сима, не позорь нас. Не вмешивайся.
Что ты принесла? Хоть посмотри на меня. Сам не видишь. Виноград? Дядя в напряжении, тетя в боевом заряде. Слушайте все! Извините нас! Настало мужское время. Мы кое-что подготовили для Нила. Крикет-лаунж. Зятек. В это место попадают только избранные. Сегодня ты в их числе. Ты член семьи. Добро пожаловать. Идем. Почему ты так напряжен, зять? У пришедших сюда меняется судьба. Тебе несказанно повезло, что ты встретил Мини. За вас. Вир, этот китаец, мистер Ли. Он отдал долг? Да, весь. Зять, ты счастливчик. Ты пришел, и исчезли все долги. Раджа устроит тебе особенный праздник. Наслаждайтесь вечером. Отдыхайте. За нашего зятя! Алкоголь тут льется рекой. Пей сколько хочешь. Ты скоро женишься. Веселей, дружище. Верно. Я непременно женюсь. На Рине. На Рине? Вы бесполезные ослы. Я дал вам одно задание. Вы облажались. Вы сказали, что он одинок, готов к свадьбе. Идиоты. Отложите все дела и найдите эту Рину. Застрелить? Ты бестолочь. Не все решает пуля. Кое-что решает любовь. Рина, дорогая, я иду к тебе. До встречи. Нил Шах, старший разработчик. Привет. Можно сесть? Нил, объясни, что ты делаешь? Обязательно было так веселиться с дядями. Мама так довольна, что позвала священника. Зачем? Чтобы выбрать дату нашей свадьбы. Снова здорово. Я веселился? Веселиться можно там, куда идешь по своей воле. Твои дяди меня туда потащили и напоили. Я этого не знала. Мы должны немедленно придумать, как выпутаться.
Свадьба не выход. Жениться нужно на любимой. Разве ты сама не хочешь выйти замуж за любимого человека? Хочу. И... Послушай. Прости. Я принесла в твою жизнь много проблем. Ладно. Знаешь, как расстроена Рина? Ты не представляешь. Я могу ее понять. Хочешь, я с ней поговорю? Нет, не стоит этого делать. Хорошо. Проехали. Хочешь чаю или кофе? Ничего не хочу. Бесплатно? Нет, спасибо. У тебя хороший офис. Что ты делаешь? Не прочитала. Я старший разработчик. Ладно. Что разрабатываешь? Приложение. Приложение? Дай телефон. Зачем? Дай. Что ты делаешь? Устанавливаю приложение. Подожди. Что это? Приложение, над которым я работаю. Поисковик друзей? Нравится? Для чего оно? Твои друзья в приложении могут тебя отслеживать. Теперь я твой друг. Для чего такие сложности? Мои дяди находят людей только так. Вот как. Да? Пришли их сюда. Легко. Симран, помоги мне. Отправь куда-то подальше, от бандитов. От бандитов! В этом городе я главный бандит. Никто не действует без моего разрешения. Даже Шамбу? Шамбу! Наш Шамбу! Он мой друг. Мы вместе выпивали. Кто первым забронировал ему билет? Кто? Я. Fortune Tour. Он говорит, Симран, хочу на Гоа. Я говорю, нет уж, вначале деньги, потом билет. Он заплатил, я дал ему билет на Гоа. Ты! Привет. Сими. Как ты? Хорошо. Не думал тебя тут встретить. Что ж? Прекрасно выглядишь. Брось. Правда? Черт. Что случилось? От кого прячешься? Я не настолько опасен. Ты не понял. Это бандит, о котором я тебе говорил. Он? Вир? Брат Шамбутакура? Ты же говорил, что вы кореша. Друг, я говорил не про него, а про Шамбу Агарвала. Ты что хочешь, чтобы меня убили? Знаешь, кем был Шамбутакур? Самым главным доном в этих местах. Брат, ты влип. Перешел дорогу Такурам? Шамбу Такур был королем преступного мира. Он не слышал слова «нет». Никто не действовал без его позволения. Он смело смотрел в лицо опасности. Был быстр, как молния, и остр, как лезвие. Мог убить любого. Никто не мог от него скрыться. У него была железная хватка. Одним словом, он мог решить судьбу любого. Шамбутакур – король среди королей. Он был невероятным. Здесь есть другой выход? Там. А той ночи знаешь ты, и знаю я. Да. Ты помнишь? Конечно, нет. Я тебе расскажу. Позвони мне.
Вир, к чему такие сложности? Позвонил бы, я бы пришел. Что предпочитаешь, лимонад или чай? Покажи путевки для молодоженов. Дези Лаунж. Привет. Ты? Чего ты хочешь? Прости. Это ты меня сюда позвала? Не извиняйся. Ты что думала, переспав с Нилом один раз, ты его запугаешь и уведешь у меня? Это большая ошибка. Ты знаешь, что все это недоразумение. Все не так, как ты думаешь. Послушай, прости меня. Я не хотела причинить тебе боль. Именно это ты и хотела сделать. Иначе не придумала бы Нилу такое наказание. Что? Наказание? Рина, о чем ты говоришь? Ты знаешь, о чем я говорю. Нил не хочет на тебе жениться. Ваша преступная семейка ему угрожает. Послушай, не говори так о моей семье. Я могу повторить это тысячу раз. Вы все преступники. Хватит, Рина. Еще одно плохое слово о моей семье, и ты пожалеешь. Ты что, думала, придешь сюда, наговоришь мне гадостей, а я буду молча слушать? Ты ошиблась, ясно? Знаешь, до сих пор мне не был интересен твой Нил. Теперь мы с Нилом поженимся. И только попробуй мне помешать. Мини, не смей так говорить с Риной. Вот как? Рина оскорбляла меня и мою семью. А я должна была молчать? Значит, только твои родственники могут грубить другим? Да. Если я молчу, не значит, что со мной можно играть. Избивать, запугивать, угрожать. Вы не умеете по-другому? Смотри на меня, я с тобой разговариваю. Однажды мое терпение лопнет, и вы за все ответите. Вообще, почему ты на свободе? Вы все должны сидеть в тюрьме. Да, мои родственники бандиты. Вот именно. Но они моя семья. Мне плевать. Они заботились обо мне, вырастили меня в любви, исполняли все мои мечты. И что? Да, они опасны, но не для меня. Они бандиты для всего мира, но не для меня. Кто ты такой? Да кто ты, чтобы говорить о них такие вещи? Почему ты плачешь? Перестань. Хватит оскорблять мою семью. Что я тебе такого сделала? Мини. Младший. Меня никто так не любил. Как это трогательно. Они отлично смотрятся вместе. Ты ни разу не спросил меня о том, что случилось вчера. Ни разу. Ты не спросил. Я не хотел тебя обидеть, Мини.
Рина? Здравствуйте. Это известный человек, ему нужен дизайнерский костюм на свадьбу племянницы. Привет, невестка, как ты? Как ты? Хорошо, а ты как? Давно не виделись. Ты такой бледный. Нет, все хорошо. Ладно, что будешь есть? Я не голоден. Хоть что-то? Можно на стакан воды? Сейчас принесу. Рассказывай, как дела. Что случилось? Брат, у меня серьезная проблема. Вот твоя вода. Угощайся конфетами. Спасибо. Проблема? Пару недель назад я познакомился с девушкой. Кто она? Так, никто. И? Я ее толком не знаю. Однако, у нее есть 3 дяди. Все бандиты. Они меня преследуют. Почему? Представь, они взяли с меня расписку. Какую? О том, что я женюсь на их племяннице. Размечтались. Не ведись. Что мне делать? Я думала, ты хочешь жениться на Рине. Что это за девушка из бандитской семьи? Невестка. Это долгая история. Не волнуйся, я тебе помогу. Все не так просто, как тебе кажется. Брось, не бойся их. Спокойно. Устроим встречу. Надо придумать что-то, чтобы они сами отказались от свадьбы. Я подойду. Привет, зятёк! Я соскучился. Как поживаешь? Ты какой-то хилый. Ничего. Зять сказал, что ты хотел встретиться. Я решил не откладывать и самому прийти к тебе. Мы ведь скоро породнимся. Рад познакомиться. Меня зовут Раджа. Это мои братья Джай и Вир. Очень приятно. Брат. Я Шиф. Брат Нила. Обсудим свадьбу. Недобрые у них намерения. Где твоя невестка? Она вышла. Вот как вы договариваетесь о свадьбе. Они будто пришли долги выбивать. Нехорошо откладывать такие дела. Пора обсудить подробности торжества. Пусть у жениха будет только один костюм. У нашей семьи есть все. Хорошо. Что хорошо? Поговори с ним. Я разговариваю. Все свадебные расходы мы берем на себя. Итак... У вас есть какие-то вопросы? Шива, защити моего мужа. Я пощусь каждый понедельник. Идем, братья. Мы сообщим, когда определимся с датой и местом свадьбы. Это ваш пистолет? Он валялся у тебя под домом. Не может быть. Ладно, братик, мы пошли. Дел по горло.
Пока, зятёк. Нам пора. Удачи. По такому поводу можно и сладкого съесть. Спасибо. Я тоже возьму конфету. Что ты натворил? Шиф. Шиф, ты должен был отговорить их от свадьбы. Ты не видела? Я едва от них спасся. Отдав им на растерзание брата. Нил, ты женишься? Другого выхода нет. Спасибо, брат. Идиот. Шеф? Нил, идем. Пошли с нами. Шеф, ступай. Пошли. Вер. Здравствуй, невестка. Пообщаемся позже. Пошли. Нил? Зайду позже. Убиться хочешь? Черт, это Нил. Привет, Нил. Как ты? Что здесь делаешь? Не спрашивай. Привет, Нил. Какими судьбами? Да так, как дела? Не спрашивай. Идем с нами. Идем. Ваше здоровье. За нас, друг. Будем. Как ты поживаешь? Даже брат с невесткой на стороне бандитов. Выпьем. Женись на ней, чтобы бандиты от нас отстали. Да? А моя Рина... ушла. Да? Нет ее. Все девушки такие, друг мой. Меняют парней, как перчатки. Вот именно, да. Ты прав. Да, вот так. Кто их разберет? Ты кто? Официант? Не надо счет. Принеси еще выпивки. Прости, Нил, прости, прости. Рохан, скажи ему. Дружище, послушай меня. Рохан, скажи ему. Смотри. Мы только начали пить. Понимаешь? Чего желаете? Принеси еще выпить. Иди. Ладно, давай. Что я вам говорил? Ступай, ты свободен. Рохан, прошу прощения. Что такое? Вот ваш счет. Пожалуйста, оплатите. Ты кто такой? Я барменеджер. Менеджер. Менеджер. Менеджер! Здрасте. Пожалуйста, оплатите свой счет. Прошу вас. Спасибо. Какой длинный чек? Он не наш. Дай посмотреть. Держи. Посмотри. Менеджер. 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 Ты знаешь, кто я? Это ваш счет. Тут все, что вы заказывали. Мой счет? Прошу вас его оплатить. Держи свой счет. Я не буду платить. Вы здесь выпивали. Оплатите счет. Охрана! Дайте его кошелек. Ну-ка, вставай. Что такое? Что это за обслуживание? Это мой кошелек.
Что вы там ищете? Я прошу прощения. Простите. Мне очень жаль. Простите меня, я ошибся. Теперь узнал, кто я? Я тебя уволю. Ты что думал? Я тебя испугаюсь? Стану извиняться? Я буду тебя метелить до самого утра. Ты не просто заплатишь, ты отдашь все. Все. Разберитесь с ним. Менеджер. Менеджер. Не трогайте его, оставьте. Что вы делаете? Менеджер. Что вы делаете? Отдайте. Менеджер. Что вы делаете? Одну минуту. Кайлаш, посиди. Сядь. Брат, мы тут выпиваем в Гранд Мэрин. Менеджер требует заплатите и все такое. Приезжай, заплати ему сполна. Спасибо. Менеджер, вы получите все через 15 минут. Отдайте мой кошелек. Нил, как тяжело. Когда приедет твой брат? Нил, что? Сятек! Ты где? Это Джай. Джай, уходим. Хорошо, что ты пришел. Они нас мучают. Говорят, что это наш счет. Этот менеджер нас избивал. Все требовал денег. Ты пришел. Заплати ему. Это вы все выпили? Ты менеджер? Да. Хочешь денег? Да. Вир, заплати ему. Дорогой, прояви уважение и извинись. Менеджер, официант, мне не нравится. Держи равновесие лучше. Нравится такое обращение? Тише. Теперь мы квиты. Нил, Нил, уходим. Пошли. Я дам тебе легкую пощечину. Нил, пошли. Давай. Скорей. Где дядя? Идем, идем. Мелкий, глаза мне смотри. Ну что, мелкий? Пора тебе исчезнуть. Рокки к телефону. Слушаю. Нас избили. Какой черт посмел? Братья Шамбу Такура, Джай и Вир, пришли со своей бандой, избили меня и весь персонал. Они все... все разнесли. Трубку клади, бес! Выходит, я... Как?
Кто-то нападает на нас на нашей территории. Это территория Рокки. Рокки здесь король. Ясно? Рокки. Я позволял говорить? Я позволял говорить? Молчи! Ни звука! Запомни, Такор. Я вырежу всю твою семью. Всех. До одного. Нил, наши отношения совсем разладились. Мы стали друг другу чужими. В твоей жизни все меньше места для меня и все больше для других. Я встретила другого. Я ухожу. Нил! Как ты? Вир, ты один? Без Рины? Без нее? Рина. Она не со мной. Потому что недостойна. Понимаешь, я ее завоевал и утратил интерес. Кстати, это моя девушка. Познакомься. Сими. Ты отдыхай, я подойду позже. Братья Такуры посягнули не на наш бар, а на нашу смелость. Они заплатят. Причем с процентами. Жена Такура меня оскорбила. Унизила. Я помню тот день. Я сидел перед ней. Она все говорила и говорила. Унижала и унижала. Ты хочешь жениться на моей дочери? Да. Я буду заботиться о Мине. Сделаю ее счастливой. Перед смертью отец взял с меня обещание, что я забуду о старой вражде и протяну вам руку дружбы. Вот я здесь. Шамбу Такур. Имя моего мужа не слетит с твоих грязных губ. Ты хочешь стать частью семьи Шамбу Такура? Да. Так вот, выбрось из своей тупой головы эти дрянные мыслишки. Предупреждаю. Подумай тысячу раз, прежде чем о таком мечтать. У тебя впереди вся жизнь. Успокойтесь. Отомстим позже. Я дал обещание отцу. Он просил вас помириться. Не рубите с плеча. Я ничего не сделал. Просто слушал ее треп. Сидел молча. Хватит. Больше этого не будет. Я не стану больше слушать их собачий лай. Нет уж, я закрою им рты. Мерзавка поплатится. Рокки, жизнь требует жертв. Не надо. Вначале их семья, потом их бизнес. Они будут плакать огромными слезами. Я пойду... до конца. Ну же, колись, Рия. Ничего такого, просто болтать ночи напролет так мило. Ладно, пока. Повеселись. Хорошо.
Прошу прощения, кажется, мы потерялись. Можете подсказать дорогу? Да. Так. Езжайте прямо. Можете рассказать водителю? Ладно. Вам нужно ехать прямо? Какого черта? Что вы делаете? Нет! Отпустите! Отпустите! Отпустите меня! Мне больно! Хватит! Привет, Раджа! У меня хорошие новости. Рассказать? Или позвонить позже? Ты женишься? Это было забавно. Я не женюсь. У меня день рождения. Ты приготовил для меня подарок? Что скажешь? Так и не отучился попрошайничать. Псина, что ты хочешь полизать? Молодец, Раджа. Буквально с языка сорвал. Я хочу полизать. Но хочу, чтобы ты это видел. Дядя, помоги, спаси! Приезжай в мое логово. Не забудь подарок. Вечеринка только начинается. Я тебе такой подарок привезу, что хватит на все твои дни рождения. Понял меня? Разворачивай машину. Брат, кого он похитил? У него мини. Рокки похитил мини? Как он осмелился? Зря он начал на нас лаять. Я ему шею сверну. Ему не жить. Звони Виру. У тебя прекрасные глаза. Я в них влюблен. Таких глаз нет ни у кого. Только у тебя. Телефон звонит. Пускай. Это звонит мое сердце. Знаешь, ты очень мягкая, как пирожное. Мое любимое. Снова. Да, брат? Бросай все дела, быстро езжай в логово Рокки. Он похитил нашу мини. Что? Захвати зятя. Мы почти на месте. Выезжаю. Поиграем в звонки чуть позже. Я тороплюсь. Очень. Что? Рокки, как ты посмел меня похитить? Забыл, кто мои дяди? Они так тебя разукрасят, что ты нигде не сможешь показаться. Развяжи меня! Париж. Ты бывала в Париже? Поженимся и поедем в Париж на медовый месяц. Как тебе идея? Свадьба? Медовый месяц? С тобой? Конечно. Даже не мечтай, Рокки. Ты обязана увидеть Париж. Это самый красивый город в мире. Мы полетим туда и будем гулять у реки. Там так много хороших ресторанов. А Эйфелева башня. Мы поднимемся на самый верх, будем обниматься и делать селфи. Тебе понравится. Улыбнись. Ну же. Лучше умереть, чем выйти замуж за тебя. Развяжи меня! Ты такая красивая. Просто красавица. И ты это знаешь. Гордишься своей красотой. Пользуешься ей. Отпусти! Я сделаю тебя еще красивей. Что это, Рокки? Когда это попадет на твое лицо, ты больше никогда в жизни
не сможешь выйти ни за кого замуж. Нет, 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 Рокки, нет! Вылить? Нет, нет. Что я тебе сделала? Отпусти меня. Чего ты хочешь? Чего я хочу? Один поцелуй. Поцелуй меня. Поцелуй меня. Сегодня пятница. Ты моя. И всегда будешь моей. Чем раньше ты это поймешь, тем меньше будешь страдать. В машину! Вир, зачем? Срочное дело! Сейчас? Мне нужно зарегистрироваться. Мне выйти? Кайлаш, поехали со мной. Садитесь оба, быстро! Куда мы едем? Мини похитили. Что? Да. Мы должны ее спасти. Зять, это твой шанс проявить себя и спасти свою Мини. Явились, псы Такуры. Я вас ждал. Ничтожество. Наш зять сам с тобой разделается. Где Мини? Пугливая птичка. Наконец прилетела в гнездышко. К своей невесте. Что будешь делать? Что? Я говорю с тобой уважительно. Ответь. Где Мини? В надежном месте. Где она? Она сидит на стуле. Голова здесь. Я сверху. Ты совершил роковую ошибку. Решила порочить нашу семью. Поиграем в игру с честью. Если она у тебя есть, спаси ее. Джай. Я сохранил свою честь. А где твоя? Где Мини? Замолчи. Хватит его бить. Убьем его. Стреляй. Я не боюсь смерти. Только если я умру, вы не узнаете, где Мини. У тебя 10 секунд. У меня уйма времени. А вот у тебя его не так много. Ищи. Ищи Мини. Вир, идем. Оставь его. Идем искать Мини. Пошли. Ищите! Спрашивайте снова и снова. Где Мини? Где Мини? Гнусная твоя рожа. Не дай бог с Мини что-то случится. Где Мини? Где Мини? Вот и мне интересно, где Мини. У вас осталось 3 минуты. Когда они истекут, Мини исчезнет. Если я умру, Мини будет моей. 3 минуты. Тик-так. Тик-так. Мини! Мини! Мини!
Мини! У Мини в часах трекер. Как я раньше не подумал. Я найду ее с помощью приложения. Скорее, Нил. Работает, работает. Идем. Черт. Мини. 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 Мини, очнись. Мини. Мини. Все закончилось хорошо. Жаль только, что мерзавец скрылся. Это ненадолго. Рано или поздно попадется. Дядя, зачем мы сюда приехали? Вначале ты скажи. Как тебе эта квартира? Довольно неплохая, а что? Вчера зять совершил чудо. Он нам очень помог. Мы с радостью подарим квартиру в нашем здании своему зятю. Теперь мы убедились, что парень достоин стать Такуром. Дочка, скажи, тебе нравится наш зять? Ты можешь говорить откровенно. Я не знаю, что сказать. Я слышала, что любовь рождается в сердце. Ее не заставишь прийти силой. И потом Нил и Ирина сильно любят друг друга. Хватит беспокоиться за Рину. Ведь ты права. Ты не должна ничего делать против своей воли. Если Нил не хочет на мне жениться, мы не должны его заставлять. Не нужна та расписка. Перестаньте за меня беспокоиться. Будь что будет. Я знаю, чего вы хотите с мамой. Но нельзя добиваться этого угрозами и запугиванием. Нет, Нил вам никакой не зять. Прошу, хватит его так называть. Пока не зять, но станет им. Нил. Прости. За что? Просто я принесла тебе одни страдания. Наговорила тебе гадости. Несмотря на это, ты спас мне жизнь. Вступил в борьбу с Рокки. Что было бы, если бы я опоздал? Даже не представляю. Могу сказать одно. Ты свободен. Честно? Да. Этого не может быть. Дяди дали слово. Если это правда, я сегодня не смогу есть. Более того, твои дяди не смогут есть. Нил, я серьезно. Дяди пообещали, что прекратят тебя преследовать.
Ты свободен. Ладно, проверим. Можешь делать все, что хочешь. Посмотрим. Можешь даже жениться на Рине. Все улажено, Нил. Никаких проблем. Есть лишь ты и Рина. Что такое? Ничего. Забудь об этом. Эта глава закончилась. Хотя мы можем дружить. Что значит, глава закончилась? Все закончилось. Твои дяди больше не лезут в мою жизнь. Можно начать с чистого листа. Да. Раз уж мы подняли такую тему, я хочу кое-что спросить. Что? Я давно хотела с тобой поговорить, но... Что? Я подумала, вдруг ты... Вдруг ты... Что я? Нил, ты понимаешь. Проехали. Это мама. Мне пора идти. До встречи, Нил. Пока. Да, мам. Ты не дала мне ответить. Читальный зал. Нил, встреча с господином Шарма через неделю. Ему понравилось наше приложение. Ты свободен во вторник? Что ты сказал? Ты свободен во вторник? У нас встреча с господином Шарма. Знаешь, мне надо уйти. Нил. У меня важное дело. Черт. Я тебя провожу. Рина! Нил? Сколько ты выпила? Ты пришел? Рина, ты пьяна?
Нил? Рина? Я так... Ты напилась. Прости меня. Такси! Не надо! Рина! Такси! Не хочу в такси. Рина, держи себя в руках. Ты милый. Прекрати. Нил, я не хочу в такси. Я не поеду. Поговорим завтра. Нил, не оставляй меня одну. Не надо. Рина. Я не хочу уезжать. Пожалуйста. Рина. Нил. Нил, отпусти. Милый, не трогай меня. Нет. Он на нас смотрит. Нил. Не сейчас. Милый, перестань. Возьми себя в руки. Пожалуйста. Я всюду тебя ищу. Знал, что найду тебя здесь. И что? Что случилось? Ты расстроена? Почему ты не с Риной? Она напилась. Еле на ногах стояла. Если бы я не посадил ее в такси, так бы и упала где-нибудь. Ладно. Где твой телефон? Не знаю. Где-то выпал. Я везде его искал. Я звонила тебе 100 раз. Ты звонила? Да. И? Что? Ничего. Забыли. Сыграем в игру? Надеюсь, ты знаешь правила? Не болтай. Кого мне оседлать? Коня или слона? Ты когда-нибудь видел осла верхом на коне? Очень смешно. Мини. Помнишь, недавно ты задала мне один вопрос? Нет. Ты спросила... Мини! Черт, Рокки. Кого я вижу? Сегодня мой счастливый день. Куда вы убегаете? Это Нил. Где? Вон там. Звони Радже. Мини! Тебе не убежать! Раджа? Куда собрались? Рокки. Погляди, как голубки воркуют. Моя красавица с этой обезьяной. Смотри, смотри, как он ее за руку держит. Это называется беспокойная любовь. Ты меня не поблагодаришь. Это я тебя освободил. Слушай, ты! Что слушать? Я весь внимание. А может, что-то покажешь? Рокки, покажи что-нибудь. Рокки, покажи. Рокки, отпусти нас, Рокки. Пожалуйста. Хочешь уйти? Да. Хочешь уйти? Отпусти, прошу. Хочешь уйти? Иди. Мини, идем. Рокки, что ты делаешь? Отпусти его. Рокки, нет. Иди сюда. Отпусти меня. Рокки.
Я узнал, Нил, что ты влюблен в Мини. Стой на месте. Хочешь на ней жениться? Жениться на моей Мини? Нил! Так? Нил, не бойся. Что ты сделаешь, Рокки? Нил! Что я сделаю? Увидишь. Я заберу Мини. Нил, не бойся. Устроим свадьбу. Чью? Ее? И мою. Рокки, ты совершаешь ошибку. Это плохо закончится. Да ну! Твой отец убил моего брата и мою невестку у меня на глазах. Несмотря на это, я пришел в ваш дом по просьбе отца. У твоей семьи не хватило понимания, сочувствия. Ты их не достоин. Возможно, но я достоин твоей любви. Рокки, не трогай ее. Отпусти. Отпусти ее, Рокки. Не отпущу. Что мы тебе сделали? Нил, не бойся. Отпусти меня. Стой. На колени. Рокки, прошу. Ты не хочешь, чтобы я его бил? Я прав? Да. Отпусти его. Мини, я сделаю это ради тебя. Я не буду его бить. Не буду, нет. Бери пистолет. Бери. Нет. Рокки, прошу, отпусти. Иди сюда. Стреляй. Послушай, Рокки, стреляй, иначе убью ее. Давай. Извините. Хорошего вечера. Неси ее сюда. Давай. Смотри, тут дверь открыта. Тут пусто. Понесли. Идем. Тут комната. Как и говорил Рокки. На кровать ее. Значит, это сделали вы. Я должна была догадаться. Только вы на такое способны. Мини. Нил ни в чем не виноват. Отпусти меня. Отпусти. Стреляй. Нет. Стреляй. Я люблю тебя. Нет. Нил. Рокки. 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 Нил. Вставай, Нил. Майя Деви. Нил. Вставай, дочка. Давай. Нил, что они с ним сделали? Тише. Зятёк, покажи свое личико. Нил! Нил! Улыбайся. Добро пожаловать в семью Такура. Мой дорогой, не забывай про расписку. Один год спустя. Сестра, я никогда не был так счастлив. Я чувствую, что исполнил свое предназначение. Если бы брат Такур был жив, он устроил бы большой праздник. Брат, наш план сработал. Мы построили еще один дом. Посмотри на них. Поздравляю, невестка.
Не недооценивай врага. Он может быть умнее. У кого из нас теперь беспокойная любовь? Вир, тебе кое-что прислали. Неси. Брат, это подгузники. Мне? Слушаю. Что? Отправляю. Зятёк. Фильм Девеша Пратапа Синха. Релиз специально подготовлен для bwtorrents.ru. Конец фильма.